Посвящение в студенты – памятный день для каждого первокурсника. Времени прошло достаточно, чтобы осмотреться, обжиться, а может сразу же и влюбиться в университетскую жизнь. Найти свое место не только за партой в аудитории, а почувствовать себя частью большого студенческого братства. Момент истины настал. По традиции, в начале торжественного вечера с теплыми пожеланиями и напутственными словами для новоиспеченных студентов выступила директор МИВЛГУ, заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор Нина Владимировна Чайковская. Она горячо поздравила первокурсников и пожелала им не только хорошо учиться, но и принимать активное участие в общественной жизни вуза. Участвуйте в науке, участвуйте в общественной работе, участвуйте в спорте, танцуйте, пойте, пляшите. Все это формирует вас не только как людей, состоявшихся в будущем профессии, но как руководителей, учит коллективизму, учит выступать на людях, не бояться людей, учит отстаивать свою точку зрения. Вот этому всему вы должны научиться в нашем институте, в нашем университете. Во время праздничной программы прошло награждение первокурсников, уже успевших проявить себя, приняв участие в 8-й выездной школе актива. Машиностроительный факультет. Факультет радиоэлектроники и компьютерных систем. И третье место в общем командном зачете на выездной школе актива первокурсников факультет экономики и менеджмента. Музыкальные поздравления, яркие зажигательные танцы, праздничная программа была полна сюрпризов и креатива. В этот день первокурсники стали частичкой единого целого. Они стали студентами МИВЛГУ. А первокурсникам зачетную книжку принимают студент машиностроительного факультета Бирюков Алексей, студентка факультета радиоэлектроники и компьютерных систем Томчик Алена и студентка факультета экономики и менеджмента Кримова Анастасия. Впереди нелегкий путь, а сложность его заключается в серьезном и вдумчивом освоении выбранной профессии, научных поисках, умении гармонично влиться в коллектив и найти себе настоящих верных друзей.